Ну, конечно, недовольны. В принципе, сложно что-то по игре говорить, так как играли, честно говоря, на огороде. Поэтому сложно какие-то давать комментарии. Мы старались победить, но, видите... Губкин достойно сражался, да? Ну, конечно, 9 человек в обороне очень сложно, когда еще поле не позволяет, в принципе, комбинировать особо. Поэтому было сложно. Все новички сразу вышли в основном составе, с цикленности нет претензий? А какие претензии? Полгода была пауза. Уже 5 сборов вместе прошли, поэтому об этом и речи нет. Носа не отпускаем? Сейчас вот. Ну какой? Расстроились все. Надо было выигрывать, но этого не сделали.